исполняющий обязанности директора Аксененко Людмила Викторовна. Были прямые попадания сначала в школу. Была полностью повреждена крыша. Сейчас перед нами уже после ремонта новое покрытие. Восстановили нам все, что можно. Спасибо большое. Ни одного живого стекла здесь не было. Было два прямых попадания в правое крыло трехэтажного корпуса. Если вы сейчас посмотрите на школу, то она сейчас стала новой. Она родилась заново. Она показала всю свою красоту. И вот мы очень благодарны строителям за Российской Федерации, а именно компании ВТК, которые восстановили все. Сейчас остались мелкие работы и детали, которые нужно завершить. Здесь уже спокойно играют дети. Здесь проходят уроки физкультуры. Здесь занимаются ребята по вечерам своим любимым делом. Здесь были прямые попадания снарядов. Окна полностью отсутствовали с рамами. Взрывной волной вынесло все, что можно. Были разбиты мебель, санузлы. Повреждения были серьезные. Были и учителя, и было население, которое пряталось и укрывалось здесь в полуподвальном помещении. Школа стала нам защитой. Сохранила жизни почти 95 человекам. Эти стены выдержали все. Самое главное – это жизнь. Сохранить жизни детей и педагогов. Научить их верить в то, что все наладится, что Россия здесь навсегда. Вот это сейчас самое главное.